Вроде я на месте. Оракул Драфония. Интересно, пульт добрался и сюда?
Они
hippie on this. Δεν ασφαλείς εν Ελλάδα. Thank you.
больше не вынесет. Зевсом. Зевсом клянусь, меня б задрали, если бы не ты. Тебе повезло. Очень рад нашему знакомству. Я Эпи. Ну, Эпизел. Но друзья зовут меня Эпи. Не то чтобы они у меня были. Я Алексиус. Здравствуй. Ты выглядишь так, будто очень многое повидал. А ты выглядишь так, будто очень много прочитал. Я не герой, это правда. Но разве есть выбор, когда зовут приключения? У меня есть микенская табличка, что указывает путь к священной гробнице. Я зову ее пещерой Оракула. Допустим. Микенцы известны тем, как богато они украшали гробницы. И как же? Драгоценностями и обрядовым оружием. Очень богато. Проводишь меня? Увидишь. Как можно отказаться от драгоценностей? Нас с тобой свела воля богов, чтобы мы путешествовали вместе. А боги, говорят, не прочь пошутить над людьми. Встреча с тобой — огромная удача. Приятно слышать. Так ты копаешься в свитках? Нет. Ну, не только. И в грязи тоже. Ты что, землекоп? Я изучаю историю. Порой я нахожу в земле настоящие чудеса древности. Не хочу тебя расстраивать, но черепки — это не чудеса.
Я посвятил раскопкам всю жизнь. Это гораздо важнее сокровищ. Неужели? Да, гораздо. Знания о прошлом откроют нам будущее. Хм, что за манера говорить загадками? Многим нет дела до прошлого. Они мечтают лишь стащить что-нибудь ценой в пару драхм. Представляешь? С большим трудом. Прошлое для них попросту источник сокровищ. Что ж, ты упоминал богатство. Найти руины с реликвиями непросто. Эту гробницу я отыскал совсем не сразу. Расскажи мне о ней. В ней проводили особые обряды. Говорят, что-то делали сами боги. Да, они любят вмешиваться в жизнь смертных. Задумайся, мистер. Каково это обладать помощью богов? Хороший воин не нуждается в поддержке олимпийцы. Да, да. Но представь, что там можно найти. Что-то, наделенное силой богов? Вот. Теперь тебе интересно? Да, еще как. Кто это? Назад. Будто околдованы. Не ожидал такого. Это как-то связано с... Как ты их там назвал? С микенцами? Вряд ли они знают. Скорее это связано с трафонием. Я понаблюдаю за ними. Ладно, а я пойду вглубь. Стой! Возьми часть стелы. Там могут быть похожие знаки. Печальное зрелище. Даже ослов порой хоронят побогаче. А ведь сюда подойдет часть стелы. Это неожиданно. А это сложнее, чем я думал.
Это уже лучше. Так что у нас тут? Это статуя воина. Те же знаки, что и на стеле. Ты должен это увидеть. Мы там, где нужно. Но, увы, гробницу уже разграбили. Там был только этот доспех. Это не просто доспех. Все микенцы были воинами. Понимаешь? Значит, это гробница воина. Доспех и правда славный. Но где все остальное? У меня была лишь часть стелы. Если мы найдем остальные, я прочту текст. Допустим, нам это поможет. Но ведь части стелы могут быть где угодно. Если я найду подсказки, ты поможешь с поиском оставшихся частей стелы? Я тебе помогу. Отлично! Мне нужно увидеть те знаки. Пойдем внутрь. Не ожидал, что это окажется ключом в прямом смысле. А что случится, если все будут на месте? Я могу начать расшифровывать текст прямо сейчас. Ты прочитал? Тут написано «богов». Правда? А ведь ты недавно и с волками не мог справиться. Это в прошлом. Думаю, тебе нужна вся стела. Да, конечно. Если верить надписям, стелу разделили на части умышленно. Интересно, зачем же ее разделили? Какая разница? Все равно найдем. Ведь ты поможешь найти остальные? Конечно. Куда идти? Здесь написано, что стелла... лучше ты, чем я. Я боюсь воды. Осмотри руины Арне. Почему те люди собрались у входа в пещеру? Здесь упоминаются боги. Какие-то боги. Найдем весь текст, тогда поймем, почему эти люди тут. Доспех принадлежал воину из древности, но почему его разобрали и спрятали? Да, вопрос. Думаю, ответ спрятан в этом тексте. Значит, знаки на стеле — это древний язык? Микенский. Бывают языки и древнее, но они забыты. Забудем и его, невежество победит. Мне пора идти.
Вот он. Да, ты был прав. Я нашел часть стелы, а вместе с ней и часть доспеха. Доспехи спрятаны возле каждой части стелы. Зачем? Здесь описывается некий обряд. Это не объясняет, почему доспех спрятали по частям. Может, это и есть обряд? Нужно найти другие части стелы. Ты поможешь? Раз мы нашли эти, найдем и остальные. Я помогу. Даже если удастся собрать стелу, мы можем не понять всего. Я в тебя верю. О! Ты не поверишь, что тут написано. Древнейших богов. Древнейших. Интересно. История. Может, это всего лишь молитва для воина? Я тоже так думал. Но заметил это. Что-то еще? Здесь написано, что ритуал совершится. Какой ритуал? Я не знаю. Но подозреваю, что сначала нам придется собрать все части стелы. Ты знаешь, где искать оставшуюся часть? Не могу разобрать надпись. Это предупреждение. Будь начеку, исследуя гробницу Ориона. Я постараюсь. Прошлого не вернуть. Зачем оно тебе? В прошлом можно черпать вдохновение. Гомер, например, часто говорил о нашей истории. Твоя цель — копаться в грязи и непонятных знаках? Моя цель — вдохнуть жизнь в наше прошлое. Кто-то разделяет твои интересы? Нет, я слишком отличаюсь от других. Если ты прав, это открытие прославит тебя. Не слишком ли многого ты ожидаешь? Может, это тупик? Невозможно. Надписи вели по верному пути. Здесь написано о ритуале, который нам что-то откроет. Но тогда при чем здесь древнейшие боги? Я не знаю. Поймем, когда соберем всю стеллу. Мне пора.
Нечего здесь делать, всем конец. Мертвы или спятили? Не понимаю, кто это сделал. Я сам не понимаю. Я пришел сюда с братьями, и все как с ума сошли. Подрались из-за артефакта. Кто-то схватил его и сбежал. Куда сбежал? В пещеру. Они прячутся там. Осторожно. Они безумны. Divia in me te Похоже, все это правда. О, это что, кровь? Сама часть Стеллы цела. Мне сказали, что Стелла может говорить. Это правда? Что?
Я ничего не слышал. А ты? Бред безумцев. Может, позже все прояснится. Эту часть надо бы почистить. Надеюсь, другие в порядке? Я найду оставшиеся стелы. Может быть, ко мне наконец прислушаются. Здесь сказано, что ритуал что-то запустит. Но что? Что будет, когда мы соберем все части? Мы найдем сокровище? Кое-что ускользает от меня. Здесь речь о достойных. Хм, это все? Здесь упоминается внутреннее зрение. Но что все это значит? Ты почти перевел. Почему ты не рад? Другие люди что-то слышали. С ними говорили. А я не слышу. Не чувствую. Сомнения нормальные. Ты смог меня убедить, что эти находки ценнее денег. И я этому рад. Мне интересно, каким меня видят боги. Важнее то, каким ты видишь себя сам. Спасибо тебе. А теперь соберись с мыслями. Ты прав. Нужно продолжать. Теперь у нас два места для поисков. В городе Архамен находится один храм. Он рядом с гаванью. Вторую часть отследить сложнее. На берегу, возле алтаря Ифигении, есть руины. Понятно. Выше нос, мы уже близко. Надеюсь, вы умеете плавать. Бойтесь настоящего хозяина орла.